Завершаются демонтаж и кровельные работы в детском оздоровительно-образовательном плавательном центре «Нептун». Скоро строители приступят к чистовой отделке. Ранее была отремонтирована большая чаша бассейна. Обновление начали мы в мае. Спасибо нашей администрации и руководителям, которые вложили все, да, чтобы мы все-таки вошли в эту программу. Потому что учреждение достаточно старое, 86-го года постройки, соответственно, агрессивная среда, все выходит из строя со временем, плюс то, что да, химия, вода. В течение всего этого времени, конечно, учреждение поддерживалось на должном уровне, где-то что-то менялось, ремонтировалось. В ходе ремонта, который ведет генеральный подрядчик «Энергия ОМ», планируется обновить все инженерные системы и создать комфортные условия для обучения и отдыха детей и взрослых. Будет заменена полностью вся инженерная система, то есть вентиляция, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, электроосвещение, все слаботочные системы, видеонаблюдение, локальные компьютерные сети. То есть полный капитальный ремонт. Естественно, будет новая плитка, новая штукатурка, новые потолки. Часть помещений реконструируется, меняется назначение. Здесь также будет оборудован спортивный зал для занятий общей физической подготовкой. Предусмотрят просторные раздевалки и кабинеты для сотрудников учреждения. В режиме реального времени ход ремонта отслеживается благодаря камерам, установленным в здании. За процессом наблюдают представители подрядной организации, заказчик, директор учреждения. Центр «Нептун» в год принимает около 2500 человек, включая учеников школ округа, воспитанников спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец», участников соревнований. На время ремонта часть детей была переведена в филиал бассейна в микрорайоне Чкаловском. Обновление в «Нептуне» планируется завершить в начале февраля 2025 года. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.